Здравствуйте. Много столетий наша Москва была одно-двухэтажным городом, преимущественно деревянной и очень плотной застройки. Неудивительно, что за всю свою историю она многократно горела и несколько раз сгорала практически дотла. Для борьбы с огнем, по именному указанию императора Александра I, по всей России строится пожарное депо с высокой наблюдательной башней. Она называлась «Пожарная каланча». Мое любимое место в Москве – это мои Сокольники, район, где я родился и вырос. А главный узнаваемый символ Сокольников – это, конечно, пожарная каланча бывшей Сокольнической пожарной части. Целых 18 лет горожане собирали деньги на ее строительство. Потом 4 года строили. И, наконец, в 1884 году пожарный наблюдатель смог занять свой пост на самой вершине каланчи. Поскольку на момент постройки Сокольническая каланча была второй по высоте в Москве, со своего места он мог без труда обозревать все окрестности, вовремя заметить пожар и подать сигнал на выезд пожарной команды. Поэт Булат Акуджава писал про нее: «С последней каланчи в Сокольниках стоящей никто не смотрит вдаль на горизонт горящий». Великий Акуджава был совершенно прав. В наших домах современные средства пожарной сигнализации полностью заменили пожарную каланчу. Одно из них находится, возможно, прямо сейчас над вашей головой. Каланче уже более 130 лет, но она по-прежнему в строю. И под ней все так же находится пожарная часть, оберегая от беды жителей нашего города.